Мистер Уиллис. Брюс, ты уже готов к эфиру? Что надо? Ну, к прямому эфиру. Телемост, оплаченный Владивостокским радио. Ты забыл об этом? Очень смешная шутка. Ну, какие могут быть шутки в это время? Ты же все прекрасно помнишь. Я знаю, ты помнишь. Хватит прикидываться. Мы же все-таки в прямом эфире. Да какого хрена? Ну, ты же сказал. Ты сам принял факс с подробностями сегодня утром. Твою мать. Это ты будешь объяснять нашим клиентам, чью мать? Sorry about that, Floyd. Да уж, извиниться придется. Начинаю припоминать русские. А ну-ну, ты же понимаешь, мы уже в прямом эфире. А они могут нам сейчас ответить? В этом и проблема. Взгляни на монитор. Этот черный экран — это сигнал от них. Эти русские такие темные? Да нет, ну хватит. Я думаю, у них проблемы с передачей сигнала из Саша's House. Но вполне возможно, сигнал от них вскоре появится. Так что... Может быть, уже начнем? Да, сейчас. Сейчас закурю и начнем. Так, Дмитрий Викторович Манучаров. Да, читать ты еще не разучился. Имя просто красивое. По имени можно сказать очень много о человеке. Да уж, Дмитрий Викторович. А что за праздник-то? Дожили. Ну, напряги память. Днюха. Днюха. И что же это означает? Это тот, мать его, день, когда ты появляешься на этот долбанный свет, отчитываешь отведенные тебе Богом днюхи и отправляешься в говенный отстойник. Вообще-то у него именины. Ты описываешь, ты уверен? Без балды. Мы все умрем, я знаю это точно. Но от того, что мы успеем сделать при жизни, зависит то, как долго и как нас будут вспоминать потомки. Я актер сегодня, я был боксером. Завтра я буду играть раздолбая. Что определенного можно обо мне сказать? Но тебе же я посоветую прежде всего оставаться самим собой. Придется ли тебе стоять на боксерском ринге? Разливать ли пиво в баре? Или командовать целой армией? Будь уверен в себе. Знай свое дело. С именинами тебя.